Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим лебедку механическую от компании King One Winch, модель STV2500. Данная лебедка идет электрическая на 12 вольт. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Вот так вот у нас все упаковано. Ну, давайте поэтапно. Так, здесь у нас документация, инструкция. Сама лебедка. Общий вес лебедки составляет 9,7 килограмм. Идет сразу с тросом. Вот диаметр 4 миллиметра, длина 15 метров троса. Вот так вот выглядит. Подключаются провода, плюсовой-минусовой провод, полностью из стали сделано. Так. Далее площадка для крепления металлическая. Плотно все упаковано. Так, здесь у нас провода подключения вместе с блоком управления. Вот так вот все выглядит. Дистанционный пульт идет проводной. Вот. Далее хомуты, два, веревочка с названием фирмы King One Winch, крюк, болты, ну и также ролики направляющие, также металлические идут. Вот так вот все выглядит. В сборе по как рассчитывать вес и тягу, какую вам именно надо лебедку, это все есть, то есть в инструкции, в интернете, то есть или можно позвонить по телефону и вас проконсультируют, какой вес вам надо брать лебедки. При покупке такого устройства на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость лебедки вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.